Согласна? Что за мной? А вам вообще интереснее отсюда списывать, чем отсюда? Там вообще я отсюда списываю. Вот. А теперь, товары у нас в гудсах, правильно, да? Бегаем по гудсам. For each. То есть фактически мы сейчас делаем то же самое, что делали при выводе. Только мы там FOI-ли все это дело. А здесь мы это просто выбираем. Goods. Как? Item. Как item. Да? MySQLi STMT bind param. Что передаем? Сначала передаем STMT. Потом передаем типы. Значит, у нас там идет как? Строка, строка, число, число. Число. Строка, ордер ID в виде строки, да, хранится? И число. Значит, SS, II. I, S, I. Не запутайтесь. 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно, да? Вот, а теперь, точку запятой надо здесь не забыть. А теперь по очереди поехали просто тупо сосандаливать параметры. Item. Главное не перепутать, что мы туда кидаем. Титлер. Рес. Копи. Пасту начинаем заниматься. Тайтл. Айтем. Автор. Айтем. Объем. Айтем. Прицеп. Item quantity. Item. Когда закончится? Order ID. Order ID. И DT, которое пришло к нам в функцию. Это все for each. Все одна большая функция, да? Теперь execute mysqli stmt execute stmt. Бум. После for each выскочили из for each, закроем mysqli stmt клазе STMT. Удаляем куки. Set cookie.